На просторах коротких волн можно обнаружить вот такие вот бурсты в пакетике данных. Это HFDL, коротковолновая версия ACARS. Это сервис, в котором самолеты обмениваются данными с Землей. Вот я сижу минут 10, он мне уже надекодировал некоторое количество сообщений. Я пользуюсь программой Sorcerer. Это у нас, по-моему, PSK, да, и вот ARINC635. Выбирайте этот пункт и настраивайтесь на частоту. Таблица частот у нас есть. Блин, офигенный, кстати, канал. Есть соответствующая темка на радиосканере, есть таблица частот, в которой перечислены все. Причем я сейчас ловлю Шеннон из Ирландии, хотя вот саратовского почему-то у меня не слыхать. Этот кусок диапазона пустой. Я использую программу Sorcerer, но если использовать PC-HFDL, которая платная, и соединить ее с программой AirNav, то можно получать по результатам декодирования вот такие вот забавные картинки. А это дисплей, отвечающий в том числе за ACARS и HFDL в кабине одного из самолетов. Да. В общем, такие дела. КВ еще живо, на нем много разных интересных сервисов. Я помониторю HFDL, а потом пойду смотреть ГМССБ. Это коротковолновые аварийные каналы для передачи информации от кораблей на землю о каких-то аварийных ситуациях. В общем, такие дела. Всем пока. До новых встреч. Я оставлю ссылку на таблицу частот и на... Блин, воробьи на кормушке опять бесятся. На таблицу частот и на описание парочки программ, как ими пользоваться, в описании. Всем пока. Где ты?